Ну що, ми розпочинаємо. Так? Є триптих від Ігоря Померанцева. Були винарні, було розслідування про професора-журналіста, а сьогодні радіодраматург Ігор Померанцев, який спробує вам розповісти про те радіо, про яке він звик робити і яке для вас є абсолютно незвикне. Так, ми працюємо в режимі майстер-класу. Спочатку презентація, так? Потім я вас запрошую до активної розмови. Дуже дякую. Доброго ранку. У нас дві робочі мови сьогодні. Чому дві, чому російською? Я працюю в російській редакції Радіо Свобода. І фрагменти, які ми будемо чути, вони на російській мові. І, ну, щоб було так зручно, все ж таки. Ну, такий буде у нас російський блок. Не знаю, мова невинна. Так, значить, ми починаємо. Это вот, то, что вы сейчас слышите, это не кратковолновый шум, там, не глушение, не помехи. Это, между прочим, это композиция. Это композиция немецких радиохудожников. Называется эта композиция «Радио на радио». Она выпущена на компакт-диске, среди прочего. Они с ней выступают. И посвящена эта композиция радио как искусству, искусству радио, поскольку вы изучаете радио скорее как дисциплину журналистскую. Но радио может быть не только журналистикой. Я как раз вот сегодня хочу с вами поделиться всякими своими наблюдениями и соображениями об искусстве радио. Я буду демонстрировать вам фрагменты из моих передач и комментировать эти фрагменты. Я постараюсь вам показать вот богатство языка радио, что такое там зябкость старения, как можно показать, вой любви, рык любви. Вот это вот я вам буду показывать и комментировать. Другими словами, я приглашаю вас в свою радиокухню, и я буду делиться с вами своими всякими специями, рецептами. И они, я думаю, с одной стороны, они индивидуальны, а с другой стороны, они универсальны. Может быть, и вам что-то приглянется и пригодится, когда вы будете работать на собственной радиокухне. Вот, я думаю, что каждый из нас это испытал в детстве, хотя в моем детстве приемники были огромные, да? Они были такие, ну, как конура для собаки, большая. А вы знаете, теперь приемники только очень маленькие. А у меня в детстве вот такой большой приемник, бокс конура, он ассоциировался с таким чудом, потому что когда тебе 3 года, тебе же кажется, что вот эти все эти оркестры, эти люди, которые говорят в радио, они вот там и находятся физически. Так вот, я думаю, что я не ошибался в 3 года, поскольку я по-прежнему отношусь к радио как к чуду. Конечно, мы понимаем, что оркестр не поместится, но все равно вот это ощущение чуда у меня осталось, и оно мне очень помогает в моей работе. Для слушателя, не для людей, которые делают радио. Радио, я думаю, это прежде всего новости. И, ну, новости. Вы знаете, за каждым жанром радио стоят какие-то очень сущностные переживания и сущностные элементы жизни. Вот новости, о чем они говорят? О том, что мы открытые люди. Человек открыт, он верит, он готов слушать. Значит, сама по себе новость, она свидетельствует прежде всего о нас. А новость, как один газетный магнат, лорд английский, сказал, новость, news is something what is by somebody is hidden, otherwise it's advertising. Значит, новость — это что-то вот такое, что кто-то где-то скрывает, ну а все прочее — объявление или реклама. Ну это так походя, как раз я с вами делюсь соображениями. Новости. Или, допустим, интервью. Когда мы берем интервью, что там сущностное за этим интервью? Интервью выказывает человеческое любопытство, любознательность, нашу готовность задавать вопросы и верить ответам. Поэтому все эти жанры, они не случайны, они не просто там прописаны в учебниках по журналистике. Вот я приведу другой пример из зоны литературы, поэзии и литературоведения. В литературоведческих сметах, например, метафора – это перенос значения. Но есть сущностный смысл. Вот для меня метафора – это преодоление паники, панического состояния, хаоса. Если в мире, в космосе, на Земле мы находим параллель, да? Мы смещаем два предмета, и оказывается, что между ними есть связь, либо визуальная, либо обонятельная, слуховая. Это значит, что мир не погружен в хаос. Метафора подтверждает это противостояние хаоса. Собственно, о чем я говорю? О том, что не воспринимайте просто вот эти вот жанры, новость, интервью, как простые вещи. Они простые сами по себе вещи, но за ними стоит какой-то сущностный смысл. Например, на радио очень часто мы видим, слышим дискуссия. О чем говорит дискуссия? О том, что люди готовы обсуждать и искать вместе истину. А о чем говорит жанр полемики? Полемика – это греческое слово. В Афинах, если вы пройдетесь сюда по городу, вы увидите, может быть, даже 2-3 музея полемики. Это музей войны. Значит, полемика на радио свидетельствует о нашей готовности отстаивать наши взгляды, стоять за них и на жизнь, а насмерть. Вот, это о жанре полемики. Но все-таки самое яркое свидетельство того, что радио – это искусство, это язык радио. Это очень богатый, это очень пластичный язык. Он включает в себя вообще все языки мира, он включает в себя музыку, поэзию. Поэтому я думаю, что язык радио – он как раз самый богатый. А язык – это специфический язык, это как раз свидетельство принадлежности того или иного вида деятельности к искусству. Я начинал свою карьеру в 1979 году на BBC. Я жил в Германии, я приехал на BBC, и я приехал на BBC, ну, как литератор. У меня было отношение к радио потребительское и высокомерное. Мне казалось, что радио второразрядно. Я вот такой писатель, вот такой я, да, поэт, и я буду использовать радио, ну оно будет меня тоже использовать, но я тоже его буду использовать, будут звучать мои стихи, мои эссе на радио. А потом я начал работать и как-то так погрузился с руками, что называется, и тогда мы работали еще не с компьютерами, как вы, а с пленками. Поэтому это была такая работа, ну, почти средневекового ремесленника. Ты там резал, крутились бобины, казалось, что ты сам создаешь, ну, как стеклодувы, допустим, средневековые, что-то руками ты создаешь. И было ощущение вот такого средневекового цехового ремесла. И тогда я вот благодаря этой пленке, как она крутилась, и как я режу, я соединяю глаза, я вдруг открыл для себя язык радио как таковой. И в этот момент, когда я открыл, я стал предателем литературы. Я забыл, перечеркнул. Литературы для меня больше не существовало, когда я работаю с радио. Она для меня существует как другое призвание. Но радио это стало моим другим признанием. Я оценил язык радио. Ну, может быть, все-таки литературный опыт мне помог в этом. Я покажу вам десяток фрагментов всяких звуковых цитат, связанных с для меня, может быть, самыми острыми ощущениями и переживаниями, которые я испытал, работая на радио. Я как раз хочу начать с опыта поражения. Я сейчас объясню, почему это поражение. Это музыка, это композиция французского композитора Дебюсси. Она называется «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют». Ну, по-моему, стерильная музыка. Звуки реют, но ароматы, по-моему, не слышны. И почему я вам это показываю? Я делал передачу о запахе. И мне нужна была музыка для этой передачи. Вот я взял этот фрагмент Дебюсси, поскольку он называется «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют». Само по себе, это очень трудная тема, запах очень трудная тема для радио. Хотя слово «эфир», оно все-таки попахивает спиртом. Но апеллировать к носу, понимаете, апеллировать к уху, да, к воображению, а апеллировать к носу слушателя очень трудно. Хотя, вот, чисто филологическое или писательское отступление, слова часто имеют запах. Ну, допустим, слово все-таки «укроп», да, имеет запах, по-моему, «гниение», «апельсиновая корка», «цедра», «апельсин нет», скажем, винная пробка имеет запах, а вот вино не имеет. Вино скорее цвет, причем бордовый цвет. Ну, это отступление скорее писательское. Вот как некоторые запахи, например, запах похмелья, да, тяжелый утренний запах похмелья. Вот если вы не знаете такого русского актера, ныне покойного, Папанова. Вот если дать голос Папанова, я думаю, что этим голосом можно передать похмелье все-таки. Как-то так изловчиться. В общем, я помню, что я провалил, кстати, эту передачу. Это опыт как раз поражения. Хотя там были замечательные участники передачи, там был украинский поэт, и он потрясающе говорил о запахе русских слов. И это были двойственные чувства любви и отталкивания. Потом там был один последний политзаключенный, советский еще времен перестройки, эстонец. И он изумительно рассказывал о запахах тюрьмы и как они насобачились вообще по запаху в коридоре определять, на каком там сале уже жарят, поскольку это перманентный голод хронический. Или вот это эротическое его было замечание, запах духов приходила жена начальника тюрьмы, и она была дантистом, и раз в неделю она приходила. Как вот за ней тянулся шлейф одеколонный, и это были вот любовные свидания для заключенных. Я просто с вами делюсь о том, что как словами можно выразить, а вот как там звуками выразить, это уже гораздо сложнее. И я делал эту передачу в Мюнхене, а потом в Праге я снова вернулся к теме запахов, потому что не хочется смиряться с поражениями. Я делал передачу о сигарах. И мне нужно было передать вот эти клубы дыма. И тогда я попробовал вот этот аромат передать клубами джаза. Я не знаю, дотянул я или нет, но послушайте. По ходу я сделаю маленькое короткое отступление о роли музыки на радио. Вот самое провальное – это использовать музыку в качестве иллюстрации. Скажем, вы делаете передачу о ландышах, и тогда, это уже последнее для меня профессиональное падение, вы берете песню «Ландыши». Это вот как мама в детстве учит ребенка «не поднимай с пола», там, огрызки. Вот это вот огрызки с пола, когда прямая иллюстрация музыкальная, этот, «Нежного мая привет», да, это вот привет от абсолютного непрофессионализма. Музыка, как может работать музыка в передаче? Во-первых, она может работать по контрасту, например, там, шумная компания, одинокая скрипка. Ну, вот так. Сразу создается акустическая драматургия, два полюса. Или музыка просто может быть персонажем, таким же персонажем, какими люди являются персонажами. Она может быть ровнее там, голосу города, голосу человека. Ну, еще одно наблюдение по ходу шумы, помехи, дефекты речи, что вообще с ними делать. Вырезать. Но это вырезать с умом, потому что их можно использовать. Такая акустическая грязь иногда работает на передачу. Вот я готовил передачу, она называется «Палаццо, замки, дворцы». О палаццо, замках и дворцах. И я помню, что я позвонил в немецкий замок в Баварии, ну, русскому старому иммигранту, дворянину Милорадовичу, сыну иммигрантов. И я его из студии расспрашивал о жизни замка. И внезапно кто-то начал мешать моему собеседнику. Вот послушайте, как это выглядит. И поэтому ее, в общем, меньше и меньше. Тем не менее, пока в том замке она все же играет довольно большую роль. Кухарка или повар, убиральщица, горничные. Если есть горничные, конечно, и конюх. Прислуга, как бы, в общем, часть семейного быта, но, может быть, это особенно чувствуется в отношении тех, которые уже давно находятся на службе семейства. А это иногда даже бывает второе поколение. Простите, меня тут собака начала тянуть телефон. Заработок у них более низкий, чем, скажем, в городе, но есть и преимущество. Вот собака внесла, вы заметили собаку, она внесла свою лепту в создание атмосферы жизни в замке. То есть благодаря собаке ты понимаешь пространство, и поэтому я не вырезал этот, казалось бы, брак. Вот еще один пример, я делал гастрономическую передачу, и у меня там монгольский гурман, он скульптор и гурман, он, говоря о собачьем мясе, кашлянул, да, по-моему, вот такой кашель стоит оставить. В еде я, наверное, больше свинья, больше медведь, то есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак. Вот это мы оставим, такой кашель. Дефекты речи, это такая моральная проблема. Люди с дефектами речи, что с ними делать? Ну, я обычно вырезаю дефекты речи, и люди себя не узнают, они как цицероны потом звучат. Но иногда, снова-таки, дефекты речи могут быть уместными. Я сейчас вам покажу фрагмент из передачи, я делал передачу о страхе. Я пригласил кинорежиссера Лунгина принять участие и сказать несколько слов о фильмах ужасов. И оказалось, что Лунгин заикается, что страшный заика. Я решил оставить несколько заиканий. Почему? Потому что заикание может быть производным от чувства панического страха, которое ты перенес в детстве, когда тебя пугают. Значит, раз у нас есть тема страха, то вот такой дефект заикания, он тоже, мне кажется, может работать на передаче. Послушайте. Помните, как Маугли, старый удавка, рассказывает обезьянам про великий ужас, и те слушают его как гипнотизированные. Обезьяны тоже, видимо, любят ужас. Но как быть с великими фильмами? Оказывается, что они тоже наполнены страхом. Только талантливому человеку не нужны ни вампиры, ни скелеты. Вот, например, у Кубрика в фильме «Деяние». Там, где теняющий душу страх охватывает тебя, когда сын писателя, актера Джека Николсона, едет на велосипеде по коридору отеля. Просто катится трехколесный велосипед по пустому коридору. Видите, заикание от ничто тоже может работать, если это мотивировано, художественно мотивировано. Есть помимо запаха еще один материал, с которым очень трудно работать. Это живопись, все, что связано с живописью, то, что апеллирует к нашим глазам. Я поэтому избегаю передачи художников. Хотя они хорошо говорят, но всегда ты чувствуешь себя неуютно, поскольку ты передаешь словесно то, что должен воспринять глаз. Причем есть такие художники, чьи полотна, на мой взгляд, звучат. Вот представьте себе, вспомните картины Рембрандта или Ван Гога, они кричат. Ну, я уже не говорю про Мунка, знаменитую картину «Крик». Такие звучащие краски, звучащие мазки. Но вот я делал передачу в Майнце, в Германии. Я приехал к скульптору Космачёву. Он работает с металлами, с деревом, с ветром, с водой. И меня интересовали акустические свойства этих материалов. Я сделал, так и назвал передачу, акустические свойства материалов воняния. Причем оказалось, что мы близкие люди. У него в Майнце, у Космачёва, он построил фонтан. И этот фонтан кинетический, там он все время крутится, и там плещется вода. И летом в этом фонтане играют дети. И вот когда все это движется, и вы слышите вот этот самый коктейль звуков, включая детские голоса, они тоже работают на эту скульптуру. Но для Космачёва вот то, о чем мы сейчас говорим, это тоже тонкие материи звук. Он учитывает звук, когда он работает, ну, как ваятель, как скульптор. Вот, послушайте этот фрагмент, он довольно длинный, но я его буду чуть-чуть сокращать. Это фрагмент об отношениях скульптора с твердыми материалами. С металлами я работаю уже, может быть, более 25 лет. С листовой сталью, с нержавеющей сталью. Металл для меня является моим языком, поэтому вы все, что видите здесь, у меня в мастерской и видели на площадях, в Майнце, это все относится к палитре металлов. Летом, например, я люблю работать с легкими металлами, листовой сталью, оцинкованной сталью. Это звук не всегда приятный, иногда он режет слух. Но для этой цели я использую защитные устройства, вот, например, наушники. Я продемонстрирую, как, например, звучит металл, который режется, так называемый флекс машины. Это грубый, такой брутальный звук, но мне этот звук родственен, я люблю этот звук. Мягкая душа. А как звучит Бог? А вот послушайте. Вот так может звучать тонкий сосновый пласт. На разных радио разные традиции. Например, на BBC продюсер, звукорежиссер — это вообще главная фигура. Это он придумывает тему, он заказывает музыку, он выбирает персонажей. Это значит, что BBC ориентируется прежде всего на звук, правильно делает. На свободе традиция другая, но я, по крайней мере, поскольку я прошел школу BBC, я всегда уделял большое внимание своим радиорежиссерам, и всю свою радиожизнь я работал с двумя радиорежиссерами, но сейчас у меня там новый, поскольку на пенсию ушла моя любимая радиорежиссер. Значит, мои главные содельники — это Фрэнк Уильямс, это валийский помещик. Мы начали работать еще на BBC, потом мы вместе ушли на свободу. Он очень любит всякие, знаете, это люди вообще с повышенным акустическим чутьем. Он очень любит вот, скрежеты, клёкот. Я думаю, что его любимцы вообще-то это насекомые. И он человек не бедный, у него дом на острове греческом. И вот однажды мне привез подарок с греческого острова. Он там в 5 утра записывал насекомых средиземноморских, сверчков, всякую живность. Причем он почему в 5 утра, потому что он такой чистюля и перфекционист, и для него было важно, чтобы там не было даже шороха велосипеда или треска мотоцикла в чистом виде. Вот он мне привез этих насекомых, концерт средиземноморских насекомых, и мне это так понравилось, что я, в конце концов, ради этих записей сочинил радиопьесу «Любимцы господина Фабра». Фабра – это энтомолог французский из Прованса. Это вы послушайте, потом вот я вам покажу фрагмент из этого радиоспектакля. Это о любви человека, энтомолога и насекомых. Вот это в чистом виде, кстати, эти насекомые средиземноморские. Другой мой режиссер любимый — это Марина Смирнова Фрейц. Фрейц — это итальянская фамилия по итальянскому мужу. Она совершенно противоположность Фрэнку. Она человек морской, Марина, океанский даже. И она любит вот все, что связано с голосами моря. Но я покажу два фрагмента. Сначала я вам покажу фрагмент, когда Фрэнк пошел на повышение, что, я считаю, было большой неудачей, поскольку из него менеджер получился не очень хороший. Он, в конце концов, сейчас просто уволился, ну, как помещик он может себе позволить дожидаться пенсии и в своем поместье. Но я потерял его как режиссера. И когда я его потерял, ко мне подошла очень скромная там женщина, она когда-то машинисткой работала, потом стала продюсером в Мюнхене, и сказала: Игорь, вы знаете, я все ваши программы очень люблю, и вот Фрэнк ушел, я хочу с вами работать. Я говорю: а ну покажите мне что-нибудь. Она говорит: я не просто покажу, я уже вам принесла композицию, вот послушайте. И это композиция о... я делал передачу про телефоны. И она... вот это ее композиция полностью, послушайте. Телефонный наркоман. Я понял, что мы с ней можем работать. Да? Значит, есть фантазия, метафоры, пересечения, метонимии, знание языков. Однажды я делал передачу, она была связана там с жизнью, по-моему, лайнеров океанских и так далее. И у меня были записи, я нашел записи морских котиков, дельфинов. И я был не удовлетворен. Как-то мне показалось, что слишком все это сухо. И я Марину попросил: ну, сделайте что-то из этих звуков океанских. И я оставил ее в студии, потом я пришел через полчаса, и вот я застал, Марина сидела уже в абсолютном таком отключке, и она выла вместе с этими морскими тварями. Вот такой примерно получился звук.